Итак, всем привет, я нахожусь в Затоке, это Одесская область, Украина, я сейчас 15 декабря, я сейчас иду к морю, это центральный пляж Затоки, центральная аллея, кто-то здесь даже ездил, здесь был шторм, как вы можете заметить, уровень, до которого доходила вода, это с моря до сюда ваша вода доходила. Так можете довидеть, до моря далеко. Люди есть, их немного, но они есть, И сейчас, кстати, немножко тепло, хотя сейчас зима, сейчас плюс 12 градусов. Вода холодная, плюс 4 градуса, это у меня, это показывает, здесь людей есть, как вы можете видеть, где-то даже там на дальней базе какой-то дым, сейчас почти штиль, сейчас волн особых сильных нету, Сейчас где-то 12 часов дня, поэтому, как вы можете заметить, сейчас я, посмотрите, здание, новое здание строится, это будка для спасателей, это здесь где-то спасатель, волн сильных нету, там дальше есть база рута. Там сейчас только охранник есть, никого нету. Мы думали, что там на круглый год работает. Море чистое, водорослей почти нет. Медузы есть местами. Там, где столетницы, там раньше были водные горки, с которых можно было съезжать летом. Дальше там подмыло здание, и оно почти рухнуло. Итак, всем спасибо за просмотр и всем пока.